Возможно, что дополнительные меры безопасности нужны и братьям нашим меньшим. Сразу в нескольких городах региона на них, кажется, объявлена настоящая охота. Обо всех случаях подробнее расскажет Алена Полоненко. Гладят, чтобы успокоить. В четыре пары рук годовалого пса пытаются вытащить с того света. Неизвестные изрезали животное ножом. Всю ночь пес пролежал в подъезде, пока его не нашли. Чтобы не терять ни минуты, операцию решено было проводить прямо на кухне в одной из квартир. Не, легкая не задета. Легкая не задета, да? Ему просто повезло. Собачий родился. Сегодня у собаки действительно второй день рождения. Раны зашиты, теперь предстоит долгая реабилитация. Долго будет переживать произошедшее и Ольга Меркулова. Именно она обнаружила раненого пса. На этаж выше нашла еще одного, уже мертвого. Судя по следам, аж на трех этажах неизвестные устроили настоящую бойню. Дом заселен лишь наполовину, поэтому свидетелей расправы найти сложно. Но некоторые соседи Ольги слышали, что происходило. Их тащили на удавке сюда, на верхние этажи. Собаки кричали, лаяли, визжали. Я думаю, подростки, которым заняться нечем. Возможно, наркоманы. В пользу этой версии говорит и найденная ложка с характерными следами. А за день до расправы над бездомными псами в этом же подъезде убили котенка. Преступления над брошенными животными в Иркутске сейчас вообще приобретают характер эпидемии. В микрорайоне Топкинском за неделю отравили 6 собак. Они жили на улице, но весь двор любил их и подкармливал. Свидетелями смерти животных также стали многие. Здесь мамы были с маленькими детьми. Она как-то пыталась к ним ползти. У нее начинались конвульсии, то есть судороги такие страшные. Минут 15-20 это продолжалось. Единственный, кто выжил, пес Бим. Дети стараются не отходить от собаки, а взрослые пытаются найти того, кто отравил животных. По району расклеили объявления, правда, их регулярно срывают. Вот единственное, которое осталось. Но это не останавливает местных жителей, которые разом сплотились. Тем более женщину, которая предположительно травит собак, видели дети. Бабушка шла, еда была, и когда она дала ему поесть, он стал погибать. Сейчас полиция ведет проверку по факту массового отравления. Ищут виновников расправ над животными в Ангарске. Там также активизировались неизвестные, мучающие и убивающие маленьких бродяжек. Иногда тех, кто глумится над животными, все же удается найти и даже наказать. Так, на днях в Казачинско-Ленском районе возбудили уголовное дело по факту расправы над котенком. Животное, у которого, кстати, даже была хозяйка, убил ее же 19-летний сосед. Молодой человек увидел кота в подъезде, решил его погладить, но животное укусило его. Этот факт показался ему достаточным, чтобы убить кота. Сейчас чиновники разных уровней думают над ужесточением наказаний для тех, кто умышленно идет на убийство животных. В Госдуме готовятся рассматривать законопроект о реальных тюремных сроках для догхантеров, людей, которые массово травят собак и кошек. Но все это дело не одного дня. И даже не хочется думать над тем, сколько животных могут безнаказанно изувечить и убить за это время. Только за неделю в областном центре их погибло около 10. И это лишь те случаи, которые стали известны. Алена Полоненко, Андрей Назаров, Михаил Глызин. Новости по будням.